субботу в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Днем 28-30 выше 0, ночью плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер северо-западный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. Сызрани ясная и без осадков. Днем плюс 29, ночью 21 выше 0, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность, гроза. Днем плюс 29, ночью плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 28, ночью 22 с плюсом. Северо-западный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Температура воды в реке Волга 22 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.